Здорово всем, ребята, Кент, пока на проводе, и я чё так подумал, да у меня же обалдеть какой дорогой инвентарь, и я ни разу не снимал реакцию игроков. Так вот, прямо сегодня, ребята, я притворюсь читером, и мы посмотрим на реакции игроков, на мой Керамбит Голд, на мой АВМ Трэшер Хантер и так далее. Вам всем приятного просмотра, а мы идем дальше. Ну а прямо сегодня ямы разыграет же команда Лакшери. Да, ребята, это не самый дорогой нож, но 1000 голды на халяву, это тоже очень круто. Поэтому если ты хочешь получить данный нож, прямо в эту секунду ставь лайк, подписывайся на мой канал, пиши любой хороший комментарий, плюс свой ID. И самое главное, смотри все видео целиком, без перемоток. Ну а мы идем дальше. К вашему вниманию представляю обновленный сайт GG Standoff. На него добавили новые кейсы и добавили новые скины с обновления 0.14.0. И конечно же, в честь обновления на новые кейсы скидка 50%, тут ты можешь выбить даже перчатки. Тут есть бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду получаете еще один такой же самый барабан бонусов бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получай 40% обратно к пополнению. Также у них проходит конкурс на голду. Все нужные ссылочки ты найдешь в описании. GG Standoff — мой выбор. Ну что же, ребята, прямо сейчас я зайду в мой дискорд по чужим ником и притворюсь читером. Посмотрим на реакцию игроков, как по мне это будет реально очень круто. Полетели. Алло, привет, ребята. Вы новые? Годуэль. Я, блядь, ничего не понимаю. Привет, Годуэль. Айди говори, или нуб. Нюхай бевру, понял? Сейчас схожу, я тебе нафиг бы понял. Айди! Айди, нуб! Заткнулся! Давай, пиши айди! Давай, нуб! 8-8. Дальше! 5-2. Дальше! 5 minutes later. Хочешь прокачку инвентаря? Пошел в жопу, я уже на таких повився, мене нафиг забрали аккаунты золотым ветераном и кунаем, пошли в сраку. Я могу прокачать тебя. Пиши логин, пароль. Ага, хер тебе собачий. Ты где? Почему твое ведро так долго заходит? Смотри, у меня есть Керамбит Голд, купил недавно. Чё, блядь, шо? Керамбит Голд? Керамбит? А, ты читер, все, иди в жопу. Дай мне Керамбит Голд, дай мне ножик. Смотри, как ты? Ты читак, ну чел. Дай мне читы, пожалуйста. Я не читер. Скинь, скинь. Скинь, пожалуйста. Ты с киборгом? Да, меня тик-так принял. Блядь, ты тик-так. Ай, твою мать, ты кент, иди в жопу, понял ты? Я шучу, ты кент, но обзывать тебя не буду. Ну что ж, дружок, ты попал в видеоролик. Реакция игроков на читера. И, к сожалению... Кент, реально ты кент? Ты да. Кент? Да, к сожалению, ты проверку не пошел. Ты очень много ругаешься. И очень агрессивный, просто так. Я просто шутил так, знаешь, я тебя даже не обзывал, а ты меня уже и посылал, и оскорблял и так далее. Почему такое злое? Расскажи. Я не злой, я знал, что это ты сразу. Конечно, знал! Конечно, конечно, ребят. Вот так вот снимаются самые настоящие видеоролики. Вот так вот, ребят, самые настоящие живые эмоции. И просто пусть хоть единый человек в мире попробует описать, что это постанова. И, ребята, для того, чтобы меня не спалили, как предыдущий парень, я даже прямо сейчас выйду с клана Киборги. Ну что же, поехали дальше притворяться школьником с щитами. Алло, Годуэль или раб? Алло. Годуэль или раб? Да мне похоже. Слышишь, у меня микрофон стоит дороже, чем твой телефон. Слышишь, школьник, ты еще ругаешься? Нифига себе, какой наглый школьник попался. Алло, ну бой, привет! Здорово! Здорово! Ну, я не Кент! Так Кент! А ты кто? Ты в курсе, кстати, ты мое имя взял мое, меня тоже Максим зовут. Хотя тебя Кент зовут, ну пофиг. Хорошо, скажи Керамбит Гол 100 раз, я тебе и я скажу айди. Керамбит Гол, Керамбит Гол, Керамбит Гол, Керамбит Гол, Керамбит Гол, Керамбит Гол. Я что-то замудил. Малой, хочешь бесплатные скины? Да! А как их получить? И потом попроси. Ай! Блин, вы такие фрики, пацаны. Ну, вы думаете, видосик мне запороли. Тебе показать скинцы? Давай, покажи мне свои скины, у тебя дорогие? Ну, такие нормальные. О, покажешь! На базу иди, дебил. Это где? КТ-база, знаешь, где КТ-база? Да, вспомнил. Ого, какие крутые! Вау, вот эти крутые скины! Вау! А что у тебя... О, да. А что у тебя нож такой? О, да, о, дай Керамбит Голд. Это я понимаю, ты же читер, да? Не, я не читер. Натрейдил. Ну, блин, ну я знаю, что ты читер. Смотри! Пожалуйста.
Ну, пожалуйста, скинь, братан. Ну, брат, блин, я не читер, я не читер, я не читер. Ну, братан. Смотри. Блин. Смотри. Ого, ты аж назад отлетел. Ну, а прямо сейчас мы зайдем в обычную закладку бомбы и посмотрим на реакцию игроков прямо там. Ну что же, погнали смотреть реакцию. Я прямо сейчас достаю свой керамбит голд. Братан, как тебе? Как тебе? А как вам керамбит голд? Блин, даже его никто не заметит сейчас, пацаны. Мой кер голд. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Ой-ля. Ой-ля. Ха-ха. Ребята просто в шоке. Братан, да, это керамбит голд. Да, да. Мне вот интересно, что вы скажете, когда увидите мой вообще АВМ Трэшер Хантер. Вот это вот вообще полнейший трешняк. А ну-ка, кого загипнотизирую? О, два клиента есть, посмотрите. Гипноз сработал. Так, все, брата, продолжаем дальше. В первом раунде я что-то играл не как читер, а как будто какой-то нуб. Ой, ля, пацаны, это ваши тиммейты уже помирают-то. Мужики! Опа, спасибо за кэрчик. Трындец, пацаны, надо мочить всех. Первый пошел. Кто следующий? Кто следующий? Вот, в следующем раунде я по-любому себе куплю Трэшер Хантер, пацаны, отвечаю. Нормально, минус 2. Ой, красиво, красиво, красиво. Не, пацаны, вот сейчас я отыграл хоть чуть-чуть похоже на читера, а то играл вообще как полный нуб. Ой, ребята, сейчас будет самый трэш. Ну что же, я покупаю АВМ Трэшер Хантер. Ну что же, давай, 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 посмотрите. Да, 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 это АВМ. Блин, ребята, как думаете, сколько людей здесь гипнотизирую? Так, пацаны, гипноз сработал или нет? Ой-ля, ой-ля, ха-ха-ха-ха. Ребята, да, да, это жизнь, братан, да, это АВМ Трэшер Хантер, не удивляйся. Ну все, теперь остается только играть как читер. А, нормально, хедшотину прописал красиво. Ой, вторую хедшотину прописал красиво. Ну все, ребята, главный читер в деле. Смотрите, прикол, что пишут. Ахаха, дебил, не пались, ужас. Меня начинают оскорблять. Посмотрите на этого чувака, он умоляет, чтобы ему дал АВМ Трэшер Хантер. Ладно, братан, так уж и быть, так уж и быть, давай. Просто за секунду поменялся, блин, ребят. Сейчас будет скрины делать, отвечаю. Ну я ж знаю их. Ребят, я просто в шоке, парень пишет, покажи трэжер. А второй пишет, а где ты читы скачал? Я собрал тупо всю мою команду на респе, и они просто в шоке. О, ну хоть один умный человек пишет, это Кент ПК. Короче, братва, на этой хорошей ноте, думаю, можно заканчивать. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите любой хороший комментарий. С вами был читер Кент ПК, всем удачи, всем пока.